Я случайно уронил. Да что ж это за бестолковый кот, покоя от тебя нету, не можешь спокойно спать, вали, значит, из моей хаты. Бам-бам-бам-бум. Вообще оборзел. Ой, слава богу, наконец-то его больше нету. Пожалуйста, создается хата. Жизнь пошла в кайф, потому что я один день. Что-то совсем скучно стало без этого сраного кота, можешь его вернуть? Ты чё меня из хаты выгнал? Я на переговоры. Ты ж хочешь вернуться домой? Эй, бабуля! Ведьма старая! Глухая, что ли? Господи, что там происходит? Томас! Иди сюда и спасай меня! Стоп! Ты чё, на реале меня решил зарубить? Нет, конечно. Ну ладно. Томас, лови его, сейчас он у меня пиздюлей получит. Да иди ты нахер, из тебя по башке получаю, забирай свою швабру. Иди сюда, мелкая срань, бабуля тебе сейчас пиздюлей таких даст. Давай все как репетировали. Так, держи, держи, твахарка, не дай ему убежать. Пфф. Ну-ка, проверь, не забила я его. Ой, его маленькое тельце уже, наверное, на небесах. Эй, здорово, ну что, отпразднуем нашу победу? Чё, припёрся? Мы тебя похоронили. Ага, хрен тебе, ты не заслужил. Ну жри сам свое пирожное, гляди, не обосрись от жадности. Письмо для Додика. Да, неужели мне? Все деньги хозяйка завещает своему коту Тому. Стоп, я теперь чё, свободный кот? Да еще и миллиардер, ура! Все, собирай вещи, мы уезжаем, дорогая. Неужели опять грибов нажрался, что такой радостный? Что там такого написано ужасного? О! Ура! Ура! Ты чему радуешься? Все, больше ты меня не тронешь. Муа! В завещании говорится, если кот будет трогать мышей, он обанкротится. Эй, магнатик, господи. Здорово, мы по соседству. Меня подожди. О, надеюсь, он меня не догонит. Надо закурить. О, благодарю. Что? Как ты меня догнал? Не забывай, ты ко мне не прикасаешься. По контракту. Я на этой остановке выйду. До свидания. Все, надеюсь, он меня больше никогда не... Вот, это куличок. Сейчас будем жрать. Эй, да боже мой. Здорово, как раз к ужину пришел. Тебе нельзя жрать, ты и так толстый, поэтому я забираю все себе. Ням. О, красота. Отлично, торт сожрал, значит, это мое. Убери свои грабли. Ты что, тупой, я же сказал, это мое. Господи, как он меня достал. Пойду хоть прикумарю. Ой. Да что это такое, совсем обнаглел. Это мое. Все, надоел. Контракт. Это моя хата, почему я его должен сдать в собственной ванне? Здорово, полотенцем не поделишься? Вылезь оттуда, крохобор. Ну и ладно. Так, ну и что я сегодня буду жрать? О, я ешня, моя любимая. Да ты чё, бессмертный с сотого этажа, прыгнуть и выжить. Ну все, мое терпение лопнуло, ты меня надоел. На, забирай свои бумажки. Ты меня не трогаешь. В задницу себе это засунь. Блин, просрал миллион долларов. Да и пофиг. Вот это погодка. Время погреть булки. Но сначала ополоснемся. Блин, задницу защемил. Ух ты, ни хрена, баба. Надо подкатить. Блин, что за шум? Здорово, детка. Здрасте. Ой, я хлебну, как хочется пить. Сударь, а вы часом не охренели? Что такое? Что это? Ну, я догадываюсь. Эй, ты, балдахон, ты не охренел? Ломанись, отстань от меня. Все длинное надо подстричь. А ну стоять нахер, я тебя не до конца обстриг. Отлично, готовься к стрижке, друга приведу. Тебя тоже не мешает обстричь. Не, в другой раз как-нибудь, давай этого. Сколько тут волос. Бесплатные услуги парикмахера закончились. Ой, что-то темно, как у негра в жопе. Ни хрена ничего не вижу. Мне бы только какую-нибудь херню найти. Ой, это походу открывашка. Отлично, подойдет. Слышь, ты кого открывашкой назвал? Ха, сейчас он у меня попадется. А, попался. Стопс, на-ка, подержи, а я свой хвост вытащу. Ой, благодарю тебя, спасибо, пока. Еще, ну иди сюда. Ну попадись мне, я тебя поймаю, за хвост подвешу. Ты куда лезешь своими лапами? Ой, слава богу, если бы тут не эта курица, он бы меня точно сожрал. Ты что, бессмертная, сто раз сказала, не подходи к моим яйцам. Фух, как мне жарко, я тут сам вместе с яйцами в яичницу превращусь. Курва старая не просыпается. Эй, курица-наседка, подъем! Что такое? А я тут их просто нянчу. Пошел нахер отсюда! Где? Ну где этот сраный мышонок? Не поняла, что это было?
Из-за этого сраного кота не заметил, как мои желторотики уже вылупились. Ну идите погуляйте. О, еда. Ты чё? Пранцы попутал? Хвост мой в покое оставил? Так, это пернатые уродцы желторотые. А это кто? Ой, недоношенный какой-то. Ха, ой, все, попался. Не понял, что это за... Мамка! Ты чё с моим детём тут делаешь? Вот тебе помойный кот. Ты чё? А по-моему, очень даже симпатичная стрижечка, полюбуйся. О, теперь моя очередь быть твоим личным прихмахером. Ну, сраный мешок, набитый перьями, я до тебя только доберусь.